Всем привет, с вами Джека Плей, и мы продолжаем играть в Sims 4 дополнения на работу. Вы, наверное, думаете, почему я еще в старом доме, где новый дом и все дела. Я решил то, что я еще одну серию запишу в старом доме, потому что, так как я хочу, чтобы у нас было побольше денег, чтобы нам хватило его идеально обустроить, так как я хочу сделать комнату нашей Лэнси и нашего Алекса намного интересней и такую прям подростковую. Для этого нужно, конечно же, сбережение. Ну, конечно же, эта вся мебель уедет в тот дом, по-любому. Я как бы просто покупаю голые стены, так сказать, дома, и там уже заполняю своей мебелью. Но для этого все равно нужны деньги, хоть какие-то, потому что если мы продадим этот дом, то он будет стоить очень дешево. Ну вот, мы остановились на том же моменте, когда наша Кейтлин пришла с работы, с идеального дня, так сказать. Она так смотрит на нашего, получается, Майка, и Майк так смотрит, типа, я так понимаю, в телек, или куда он смотрит, или на нее пытается смотреть, ну, короче, как-то так. Давайте продолжим играть. Кстати, сейчас системные звуки должны уже идеально работать, потому что я решил эту проблему. Я просто немного Вегас там, немного там что-то там, у него что-то свихнулось. Настройка какая-то, и он не хотел нам системные звуки ставить. Так что вот такие вот пироги. Кстати, что я хотел сказать. Спасибо вам большое, что вы набрали столько лайков, я даже не ожидал. И вот сейчас я сижу, записываю для вас серию. Спасибо вам большое. И, кстати, что еще хотел сказать. Спасибо, что вы так откликнулись по поводу этого кода. Не буду его уже использовать, да, потому что у нас все отлично. Мы поставили два диагноза. Осталось просто повыситься по карьерной лестнице. Так что все идеально, не буду кода использовать. И, кстати, там некоторые писали, что в обморок будет кто-то падать. Это просто так интересно, то есть поскорее бы это уже получить все. И было бы классно. Я хочу, чтобы наша Кейтлин порисовала. Нам все-таки нужны же деньги, правильно? Давайте она нам нарисует какую-нибудь классическую картину. Большую такую какую-нибудь. Ты у нас поиграешь на гитаре. Так, гитара где у тебя? Она, походу, у него в инвентаре, да? Да, точно. А, вот, тихо, давайте, он тут собирал. Нет, геологический совет, это такая еще проблема, то что мы отправим, так и ничего не получим. Хочу, чтобы он поиграл на гитаре. Такс, ты на что будешь делать? Давай ты что-нибудь у нас в компьютере будешь делать, ты же можешь что-нибудь делать? У них, ну, очень детская комната, серьезно. Меня это немного напрягает, ну, ничего, в следующей серии мы отправимся. В новый дом у них будет отдельные комнаты, будет все идеально. Найти работу. Вау, серьезно? Ну, давайте, а почему... А, там для продосков точно есть работа, там как... По-моему, они в закусочной где-то работают, если я не ошибаюсь. Ну, по-моему, наши симы очень даже красиво выглядят. А, прям такими щеками жует, такими большие, такие забивает прям. Красивые получились у нас симы, я даже очень рад этому. Вот, видите, бармен, няня, официант, продавец... Вау, даже продавец есть. И разнорабочий. А за что нам дают больше? За разнорабочий, да? Угу. Ну, я все-таки хочу быть барменом, что ли. Или разнорабочий. Вы молоды и здоровы, да? Да. Вы молоды и здоровы, так почему бы не заработать денег? Работая на тех, кто не может похвастаться такими качествами, вы можете косить газоны и даже управлять большими машинами. Круто. Нет, я хочу все-таки, наверное, барменом. Если вам нравится тусоваться в кофейнях, и вы уже знаете, как приготовить любой самый искусный напиток, так почему бы не заработать на этом? Круто, кстати. Давайте барменом все-таки он будет. Отлично. Выбрана карьера бармен. Бармен, неважно. Алекс теперь специалист по измельчению зерен, а его место работы пенопней. Работа понедельник в 5. Офигеть, 00. Нафига себе. А до скольки он, кстати, работает хотя бы? О, классно, тут еще и ученик отображается, прикольно. С 5 до 7. Офигеть. И потом еще идет учиться. Да вы что, издеваетесь? Я думал, это днем будет. Так, это что у нас? Секрет раскрыт. Давайте уберем все тарелочки, помоем. Так, что это у нас с механикой там? Все у него будет. Бывает такой глюк, то что не первый раз не хотят мыть, а потом моют.
Какие у вас тут потребности? Потребности. Ты хочешь в туалет? Давай ты сходишь в туалет. Вау, это что такое? Восхищаться новыми вещами. Давайте восхищаться новыми вещами. Она как раз это любит делать. Потом принять душ. Кстати, что у нее там, какие-нибудь требования у нее есть? Да, есть. Отлично, давайте будет учиться делать напитки. Как раз это ему будет очень необходимо. Но, в принципе, кстати, что-то я немного затупил. Серьезно. Пока не начались комментарии по поводу того, что карьера... найти работу. Быстро. Я могу сменить работу? Да. А, продавец, официант... Давайте будет разнорабочий. Да, окей. Бросить карьеру, бармен. Ничего, нормально. С 7 до 12, а школа? С 8 до... А, так это получается выходные, да, он работает? Да, отлично, даже вообще офигенно. А вот она у нас будет барменшей, точно, я же хотел, потому что он у нас-то будет ученым, правильно? Зачем ему барменство, так сказать, это? Она пойдет уже по стопам кулинарии, будет учиться барменству, или что-то типа того. Как раз это будет ей очень нужно. Давайте так, ты будешь играть в шахматы. Как бы ты у нас будешь ученым, тебе нужно это. Так, вот теперь она будет у нас барменом. Все, простите, сейчас бы началось. Я просто, если вы помните о прошлой серии, не в прошлой, а в прошлых сериях я говорил то, что я хочу, чтобы она была барменом. И да, это было бы просто косяк большой, если бы он был барменом. Как раз и вот ей необходимо это, учиться делать напитки. Так, давай. Тут все разбросаны вещи у них, просто в шоке. Так, продать. Ой, создать копию, кусать копию. Так, ешь. Давай ты будешь... продашь ты коллекционеру. Кстати, проблема в том, то что... Они получают, по-моему, новые навыки, да? Видите, да. Получают новые навыки. То есть у них творчество прошлое могло тоже уехать. Хотя она нарисует еще на какую-нибудь красивую картину. И пойдет спать. Да, в принципе, нет. Давайте она сходит в туалет. Отлично, пописка, настоящий чемпион. Потом спать. Ой, у него прям великолепные звуки. Сквозь струны гитары льются мелодии, соляющие ваше сердце биться. Учащённее, да? Учащённее, да, все правильно. Кстати, какой у него навык уже? 6-й. Давайте мы добьем уже до конца. Давай, добивай уже его до конца. Чтобы они уже ложились спать, потому что завтра у нас кто работает? Кто? Завтра у нас работает... Никто. Хотя Кейтли у нас должна пойти. А, не работает. Тогда мы завтра останемся дома. Будем копить, так сказать, денежки на новый дом. Вы же не против? Серьезно. Я хочу, если честно, эти серии посвятить тому, что... Узнать поближе наших... детей, чтобы они общались у нас. Как бы, вот, как-то так. Да, прям, чтобы такая была интересная, насыщенная серия по поводу этого. Потому что, серьезно, одна работа. Уже, кстати, некоторые писали, что, типа, пора ли отдохнуть? Так. Ой, так же нельзя делать. Только вот так, если page up. Все. Только ее развернуть нельзя. Ну ладно, пусть будет так. Пофиг, пусть пока так постоит. Ой, она уже скоро добьет. Разобрать на части. А зачем разобрать на части? Вау. Че, можем все разобрать на части? Подождите, а если разобрать на части, то все нормально будет, надеюсь? Мне прям стало интересно, слушайте, разобрать на части. Не, давайте тогда это сделаем утром. Утром. Кейтлин уже спит. А, так, что у тебя тут? Общения тебе не хватает. Дэн. Общения тебе не хватает. Отлично, все. Харе там учиться, иди спать. Как раз ей для работы самое то. Идеально. Ой.
Что тут у нас? Обожаю вещи. Получив удовольствие от новизны, недавнейшей покупки. Новизны, простите. Я думал, новизны. Думаю, такая фраза какая-то заковыртистая. Новизны. Вот так вот. Нет, давай ты уберешь за собой тарелочку, а потом ты пойдешь в туалет. Я, честно, не люблю, когда Сим начинает свинячить, это просто раздражает меня. А когда они убирают еще другие тарелки, это просто великолепно, ну слушайте. Как мне этот дом нравится, он такой уютный, он такой, блин... Что это такое? Это уже мы знаем. Очень классный, уютный домик, мне он очень нравится. Как я люблю Sims 4 тем-то, что тут просто время летит моментально, быстро. Смотрите, я скажу пару фраз. Уже пару фраз. И еще пару фраз. И уже у нас 5 часов утра. Ну, блин, круто же. Ты уже выспалась так быстро? Офигеть. Ну ладно, давай ты сходишь в туалет. Использовать. Куча новой кулинарии уже. А, кулинария 7, изысканная 6. Оу, круто вообще. А, давай ты покушаешь у нас что-нибудь. Севиче с чипсами. Давай ты покушаешь вот эту, что ли, штуку. А, и где у нас картины? Вот они у нас, картины висят, да? Их брать нельзя, по-моему. Ничего, возьмем где-нибудь вот здесь. Давай возьмем вот здесь вот. А, читать. Кулинарию мы не можем дочитать. Ладно, давайте будем смотреть кулинарную передачу. Смотреть новости. Так, детские передачи, спортивные. Давайте кулинарную передачу. Давай ты кушай. Потом наш Майк. Он еще будет спать, да? Кстати, наши дети уже должны вставать, потому что... Ой, как у него это вообще ужасно. Сходи так в туалет, прими там душ, бла-бла-бла. Открыть. Что это у нас? Жареная курица. Возьми жареную курицу и покушай. Давайте дам немножко небольшую перемотку. А, так, пока он сейчас это все помоет, все это сделает. Так, принять. Использовать. И потом давай ты покушаешь. А, кстати, у меня нету... Я, кстати, не доделал взрослую школу. Мне надо немножко ее доделать. И мы отправимся в... Все равно посмотрим мою школу, которую я строил. Я ее обязательно в галерее выложу. Сразу вспомнил, простите, я ее, наверное... Я ее забросил месяц назад, я так ее не строил, серьезно. Надо ее достроить все-таки. Что-то как-то я за нее забыл совершенно. Вот она, наша красотка. И наш красавец. Сейчас покушают наши красавцы, отправятся в школу. Только ни домашку не делали, блин. Они еще... А, она хорошистка, а он? Он тоже хорошист. Неплохо. Неплохо. Самостоятельно отправиться. Давайте, идите. Кушайте. О, она повышает хотя бы? А, кулинарию, да, она повышает. Так, давай, иди уже в школу. Лэнси отправляется в школу. Ну, Алекс тоже, я так понимаю. Убрать и помыть. Какой просмотр каналов? Так, выключить. И, кстати, я хочу разобрать на детали, посмотреть, что это такое, блин. Сейчас ты у нас уберешь тарелочку еще. И продашь картину эту, и будешь рисовать другую. Может, он сейчас улучшит. Просто мне например, говорили то, что чтобы показывали нам музыкальные передачи, нужно улучшить телевизор. А, нет, смотрите. И все, что ли? Офигеть. И что получается? Мы просто телек разобрали. Блин, какой же я вообще ущербный. Ну ладно, денег покупать уже не буду. Пофиг с ним, я куплю уже новый тогда. Магазин. Ой, магазин, домой. Ну не серьезно, простите, я не знал то, что разобрать эти детали, то мы просто...
Уберем весь... Ну, короче, просто пропадет телек. Ну, серьезно, потому что я, если честно, в Sims играл, но я не прокачивал до максимума все навыки. Серьезно. И из-за этого я не знаю таких вот прям мелочей. Так что, не судите строго. По поводу этого летсплея, сейчас я все узнаю, все будет идеально, следующий летсплей просто будет сказка, серьезно. Никаких туплений моих не будет. Ну, простите, серьезно, то, что я туплю, потому что... Я еще раз повторюсь, то, что я в Sims играл 4, но прям так сильно не увлекался. Только этим дополнением, если честно, потому что дополнение стало как-то интереснее, что ли. Из этого я решил поиграть, даже записать. Так что вот так вот. Давайте наш будет... Так, это кто у нас? Нет, с Геннадием ты общаться не будешь, потому что я хочу, чтобы ты у нас позанимался гитарой. Вот так вот, идеально. Все, учись. Так вот, так недорассказал я вам, по-моему. Кто-то писал то, что если, например, улучшить Лиза, то показывать будет музыкальный канал, там, и о каминах. А Эли мне сказал, например, просто нужно, это как его, учиться музыке, то есть музыкальным инструментам, тогда... То есть будет уже новый телеканал. Ну, посмотрим. Вот прокачаем эти все навыки. И мне просто интересно. И, кстати, еще интересная фишка то, что если, например, мы возьмем... если у нас, например, Симы, так же наша Лэнси и Алекс переедут в другой дом жить, а наши родители останутся в другом. И если мы, например, открыли тот же самый телеканал, открыли, например, там какие-то... То есть этого кролика Буню... Ну, потому что яйца собирали, то им тоже это перейдет от семьи. Ну, по идее, если родословно, то должно перейти. Но мне кажется, если это все уберется, это будет полный бред. Ну, серьезно. По идее, должно это все сработать. Кстати, она рисует одни и те же картины. Ну, типа природа, бла-бла-бла. Хотя тут не такая природа. Ну, пофиг. Так, давай ты потом... Сейчас нарисовала, да? Продавать картину. Отлично. Так, давайте... Полить, способствовать росту. Получить образец. Нет, давайте образец. Кстати, еще в том доме я могу взять подвальчик. Кстати, да. Здесь как бы нет места. А вот в том доме, может быть, я найду место. Спасибо, кстати, той девочке, которая мне построила домик. Кстати, она мне написала то, что она строила специально для меня. Это очень приятно, то, что специально для меня она построила его. Ну вот, и, кстати, я построю, сделаю такой подвал вниз. И там мы поставим... Всякие там для исследований, всякие штучки. Потому что, во-первых, у нас наша Кейтлин получает награды, правильно? И наш Майк получает награды. И плюс еще будет получать награды наш... как его? Алекс. Во, да, точно, Алекс. Будет получать тоже награды. И как бы нам нужно куда-то их складывать, что-то там как-то взять какую-то особенную комнату, чтобы это было все очень интересно. Так, давай ты соберешь грибочки. Грибочки. А здесь, кстати, ничего нет, да? Идите искать лягушек. Отлично. Ну ничего, без телека поживем. Простите, то, что я разобрал его, я не знал. Теперь буду знать. То, что если разбираешь детали. Ну, зато мы детали получили сколько много. А телек мы купим новый. Ничего, переживем как-нибудь без телека. Так что вот так вот. Решение электронных приборов. Так что вот такие вот пироги. Кстати, сколько у нас там денег на магазине? 10 тысяч! Офигеть! Значит, что, может быть, я перекину хотя бы немножко? Давайте перекинем 500, что ли? Ну серьезно, как-то... Вот, идеально. Потому что, ну, серьезно, как-то многовато там денежек лежит. Так-с. Вот если размножать лягушек. Отлично. Это можно так вот размножать. И будет идеально так. 10. Грибы в холодильник. Лягушку продать. Цветы продать. Что-то я этим не занялся у него. То что... Вау. Кретиний и плотиний. Тут такие названия просто пипец. Так, испорченная... И вообще-то тарелка пустая. Странно то, что у него... заявление свидетеля. О, смотрите, как продуктивность поднялась. Я забыл посмотреть в прошлой серии, или я смотрю... Не, я не смотрел, простите. Так что, видите, у нас продуктивность поднялась просто как бешеная. Я думаю, мы пойдем на следующий день на работу, то есть, когда, получается, завтра, да, у нас работа. Да,
как раз завтра запишу серию, домик переедем. Ну, то есть завтрашний день, я имею в виду симов, а я запишу, и как раз мы переедем в другой домик, и мы поедем на работу, и будет просто все шик и блеск, ну серьезно, потому что мы повысимся, у нас будет шестой навык доктора, наконец-то, и будет что-то новенькое и интересное, а то серьезно, надоело мне уже сидеть на этом одном и том же моменте. И надо, кстати, достроить еще школу, это обязательно, потому что что-то я уже забыл про школу. Глаза прям закрыл так. Давайте сделаем скриншотик. Вот так вот, если... Вот так вот, давайте. Отлично. Так, давайте. Так, почему он глаза закрывает? Он бренчит. Это такое ощущение, как будто он играет какой-то рок. Ладно, короче, не буду тут много фотографий делать. Зачем? Для серии как раз пойдет. Просто сделайте по серии увлечения, бла-бла-бла. Зарабатываем деньги, так сказать, на новый домик. Вот так вот. Ну, я думаю, на этом мы закончим серию. Думаю, я не хочу ее затягивать, потому что... надеюсь, вам было скучно, потому что по-любому была скучная серия. Но зато я с вами поговорил, сказал то, что я... планирую сделать, рассказал то, что я не планирую сделать, да, показал свои тупости небольшие, потому что я люблю тупить, да, но ничего, наверстаем Sims, узнаем его поближе, с каждым разом я все ближе узнаю Sims, и это намного интересно, нежели просто проходить одно и то же, ну серьезно, одно и то же, готовка, спать, там, работа, или что-то типа того. Ладно, приехали, так что давайте. Если вам понравилась серия, то ставьте палец вверх. Спасибо за то, что вы под прошлой серией набрали 100 лайков. Я просто вам благодарен. Или почти 100 лайков. Я просто сейчас не знаю. Но сейчас на данный момент их было 90 с чем-то там. Так что спасибо вам большое. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте. Я там пишу все свои новости. В Твиттере подписывайтесь. Я там пишу еще раз повторюсь бред всякий. И, ну, может кому-то интересно почитать мои мысли. Да, когда скучно, я бывает захожу, там кого-то читаю, пишу что-нибудь. Так что да. Всем спасибо за просмотр, с вами был, как всегда, Джека Плей. Всем до скорых встреч, всем пока.